С вами Рыбалка Скарпро и я Николай Солодовник. Сегодня я хочу с вами поделиться мнением о выборе удилища для трофейной карповой ловли во флет-фидере. Трофейная ловля предусматривает в себе ловлю крупной, тяжелой, сильной рыбы. Зачастую она держится на дальней дистанции. И чтобы успешно ловить и вываживать эту рыбу, необходимо орудие ловли, мощное фидерное удилище. В своей практике я использую удилище Black Pool. Объясню почему. Данное удилище является мощным бланком быстрого прогрессивного строя длиной 4,20. С помощью него я могу забросить свою оснастку на 130 метров. Это удилище имеет достаточный запас прочности для того, чтобы вываживать и управлять крупной рыбой. В данном удилище выполнены усиленные стыки для того, чтобы выполнять силовые забросы. Вершинки имеют кольца с большой пропускной способностью, что подразумевает использование шок-лидера. Последнее кольцо на вершинке является антизахлестным. Прекрасным дополнением данного фидера будет силовая катушка с большой шпулей с идеальной намоткой лески. С помощью такой катушки вы можете легко поднять тяжелую рыбу, а с идеальной намоткой леской выполнить дальний заброс. Как работают эти удилища на забросе, я вам сейчас продемонстрирую.